3 декабря отмечается Международный день инвалидов, а с 1 декабря в Бирске традиционно стартует ряд мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Международный день инвалидов был учрежден ООН в 1992 году. Его цель – защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья, их поддержка и расширение их возможностей. Именно к этому празднику приурочено и традиционно с 1 по 10 декабря отмечается декада инвалидов. Эту праздничную дату можно считать одним из социальных инструментов для привлечения общественного внимания к нуждам и особенной реальности людей с физической или ментальной инвалидностью. Иными словами, существует целая категория наших с вами сограждан, для которой крайне важно участие и поддержка, а также воспитание в окружающих гуманного отношения, доброты, заботы, отзывчивости и желания помогать друг другу. Об этом и принято напоминать в эти праздничные дни. В нашем городе в декаду инвалидов пройдут десятки мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Так, в рамках 14-го городского детско-юношеского фестиваля творчества пройдет фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Твори добро», на котором предоставится возможность показать свои творческие способности детям и подросткам с ограниченными возможностями. Также в рамках декады для взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет открытый городской онлайн-фестиваль «Без границ». Будет проведена акция «Всем миром» по сбору денежных средств особо нуждающимся в реабилитации детям-инвалидам. Одиноких людей с инвалидностью будут посещать на дому, им окажут адресную помощь. Из-за эпидемиологической ситуации часть мероприятий пройдет в режиме онлайн.